Дорогие телезрители, поздравляю вас с новым 2024 годом. В ушедшем году мы открыли для вас и для самих себя такую удивительную страну, как Туркменистан. И это поздравление я записываю из столицы этой страны, Ашхабада. Каждую новую встречу Туркменистан открывается для нас все больше и больше, но всегда остается невероятно гостеприимным и доброжелательным, какими бывают настоящие друзья. В наступившем году я желаю, чтобы рядом с вами всегда были верные друзья, чтобы случалось как можно больше удивительных открытий, чудес, счастливых моментов и, конечно, сотрудничество и общение, которое будет радовать и приносить пользу. Ну а мы, в свою очередь, продолжим показывать вам разнообразный и неповторимый мир Большой Азии. С Новым годом!